Здарова, игроманьяки, вот каждые 3 дня мы с вами встречаемся в This is Police 2, ну, я имею в виду каждые 3 дня игровых дня. И мы продолжаем наше прохождение. И прерываю с выпивкой, я не могу его вылечить, он не подается лечению, мать его так. Я буду делать все, что все возможное, все от меня зависящее, но... Не очень хорошо это получается. У меня все время болтается 5 тизеров, которые не задействованы. Мне нужны люди с большим интеллектом. С большим интеллектом. Кто у нас тут самый умный? Кто здесь самый умный? Это же, конечно, Френч. Кто еще и умнее? Ну-ка, 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 идите все сюда. Где все мои умные люди? Почему у меня одни идиоты в полиции работают? Не, ну почему же? Аранович, давайте улики, все, что возможно, пускай они поищут. А у нас есть еще одно дело, но... У меня умных копов больше не осталось. У меня есть не очень умные копы. Слушайте, ну буду тренировать их тогда, это расследование я пока тогда пропущу. А то расследование мне как максимум раскрутим то расследование. Потом, может быть, приплывет еще что-нибудь. Нужно потренировать интеллект у наших ребят. Мне кажется, завтра нужно будет заплатить фраю. Я вас услышал. Я вас услышал, но тем не менее я бы хотел потренироваться в интеллекте. Интеллект, насколько я помню, тренирует меня вот этот парень. Ну, 1400 я переживу. Тем более, мне сейчас наверняка будут попадаться. Почему только одного? Почему только одного? Почему не больше? За такое время-то. Ну, ладно. Кладбище и джентльмен, о, как у меня для вас в горе семье скончался мой дед. Так, 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 так. Настоящих похорон. Например, 3 полицейских выполнил роль почетного караула. Нормально, ребят. Кажется, как пистолет зарядит, выстрелить. То есть те, кто умеет стрелять. Слушай, съезди, постреляй, я прошу. Я думаю, вы справитесь, там бухой не натворишь мне дел, не доставишь мне проблем, я надеюсь. Итак, окружная дорога. Очевидец сообщил, что на фуру напали вооруженные люди на грузовике. Это действительно круто. Это прям круто, я должен вам сказать. Ну, 2,5 это, конечно, перебор, а вот человеком с вот этого можно отправить. Две тысячи, это сильно. Мистер Нэш, мы никогда не слышали про этого старика, но, судя по рассказам родных, дед был настоящим, мать его, героем. Мы сделали все в лучшем виде, никого еще и не чувствует себя настолько важными и нужными, как в этот момент, когда отдавали честь ушедшему ветерану. Едва слезы сдержали. Так, потихоньку начинаем отбивать бабосы. Знаем, что завтра нам придется... заняться активной торговлей, в случае чего, ну, нам есть что продать. Ну, ее, по крайней мере, научили. Итак, Симако Стрит. Женщина негодует, что ее под дом какие-то гонщики с таким ревом, будто идут на взлет. Ну, я думаю, мы разберемся с ними, мэм. С легкостью с ними разберемся. Прогоним тех, кто вас беспокоит. Так, Нэш, я начал учиться искусству биомассажа, и мой дед единственный клиент в полном восторге. Все повторяют, что в мои руки висит целебная сила лесных духов. Мне нравится эта работа, я хочу быть лучшим. А для этого нужно много практики. Я тут подумал и понял, что для многих тренировок нет кандидатов лучше, чем копа. У вас же тут сидящая малоподвижная работа. Я учусь, то никаких денег себя просить не стану. Все... Выдели мне в участок небольшой уголок, я сделаю бесплатный массаж всем желающим. Хорошо. Фура на обочине. Оглушенный водитель лежит на земле. Обвооруженный мужчина стоит в прицепе, попадает в картонные ящики своему сообщнику. Подает. В кузове грузовика
уже много таких ящиков. И открыли покупаем огонь. Мы спрятались за патрульной машиной. Ну, можно было, конечно, открыть огонь, но черт побери. Удалось бы нам их пришить или нет? Либо бы мы все полегли там. Кто же его знает? Может быть, первый шаг провоцировал второй неверный шаг. Но жалко, что ребята скрылись, конечно. Ушел я ни с чем, и это, черт побери, обидно. Озеро Ермонт. Мистер Нэш, хотите сорвать легких денег? Я недавно наблюдал одного из ваших подчиненных за работой. Он несся, как пуля, за пацаном, который стащил несколько консервных с прилавков продуктового. Так, регулярно устраивает традиционное шупутское соревнование. Носится по льду. Тата, почему бы вам не заработать вместе? Мы отправим туда своего самого шустрого копа. Я делаю солидную ставку. Ну и мы срываем куш. Все понятно. То есть мне нужна человек, у которого скорость прокачана на максимум. Скорость, скорость. У кого же, кто же у нас вот тут? Музыка за самый быстрый коп в местном городке. Понятно. Ложный вызов. Надо было снайпера брать, и тогда бы разобрались с теми ребятами на фуре. Нэш, мы с корешами с панк-группы Wild Insurance хотим взглянуть на гитарной струне местной власти и консервативных ублюдков, которые насрать на простых людей. Хотим мощно заявить о себе, чтобы нас по новостям показали. Идея такая. Мы поднимаемся на крышу полицейского участка, зажжем сердца людей своей музыкой, а потом раздавим наши инструменты в щепки. Поднимем, так сказать, революционную волну, которая несет на столы дали консервативного супа. С деньгами у вас пока туго, сам понимаешь, но вот кассеты тебе души навали. Мы с музлом всяким ячистским, на котором ты сможешь записать любые любовные баллады, любой другой, конечно. Нет, я не разрешу вам устраивать дебоши на моем полицейском участке, потому что это может пагубно сказаться на репутации меня как управляющего. 555 in progress. Мистер Нэш, я спокойно делал этого хваленого чемпиона, пришлось попотеть, конечно, да, и босиком по льду я раньше не бегал, но я быстро сообразил, что главное это не поскользнуться на поворотах. Харви был так счастлив, что бросил мне пиджак, опустился в пляс прямо на льду, а потом расцеловал меня и заставил распить с ним бутылку припасенного арманьяка. Два косаря приплыл нам. И из матери один начнет грубо помогать деньги за удобство. Это ужасное правонарушение. Так, для нас был парень в полотенце, поскольку на морком полу случайно толкнул голову татуированного качка. Качок заорал, я тебе сейчас покажу, гомик, сорвал полотенце с бедер парня. Ну, я думаю, это ложный вызов. Они сейчас устроят драки полотенцами, может быть, там. Так, давай ты поднатаскаешь кого-нибудь, кто у нас тут на 300. Если ты сейчас не вылечишь моего чувака, я тебя угандошу. Прохожий сообщил, что школьник рисует непристойные граффити на стене. На стене. Непристойные граффити на стене, это, конечно, мега круто. Двоих копов отправлять на такое задание. Вымогательство, ложный вызов. Угроза теракта. Вот это, конечно, плохо. А смена-то кончается. Так, мне нужны люди, которые будут скрытно передвигаться и быстро, со скоростью и скрытностью, со скоростью и скрытностью. Скорость, скрытность, интеллект и переговоры. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, переговоры, так-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 так.
Ну, я надеюсь, с пятером мы справимся. А, он бухой. Нет, его не берем. Интеллект. Пусть нам замки открывать, если что. Эй, он неисправим, он как запойный, он не лечится. Голод утренний качок, прижал худого длинноволосого парня к лицом к стене. На опором мокром по валу валяется полотенце. Поднять полотенце, шлепнуть не по заднице. Шалун. 541 complete. Ну все, отлично, вырубили этого козла. Так, что удалось выяснить? Мы экспертиз с места преступления. Ну, на самом деле улик-то больше не стало. Вот я народ на файлик-то я получил. Значит, он его не заметил. Но он-то брет его в затылок, скорее всего. А может быть и нет. Но в футбол-то он точно не играет. Но тренер же говорил, кто-то за кем-то бегал. Говорит, я-то типа крепкий парень, но вот ко мне подкрались, врезали мне по башке. Тогда я не очень, у меня как-то складывается у меня это. Может, вот так вот? Ну, давайте попробуем. Итак, Варлам Филипп работает здесь фасовщиком, но поскольку время позднее, вряд ли он здесь. По вечерам он занимается на стадионе, ну, соответственно, скорее всего, он здесь. Ну ты поскольку не сильно измотан, давайте вот так вот. У вас будет выходной, а сейчас вы съездите на по вызову, потом у вас будет выходной. Школьник в капюшоне аккуратно раскрашивает баллончик в фигуру великого огромного с огромным фалосом великана. 517, complete. Ну что я тебе могу сказать, не повезло тебе, парень. Копы прибыли на место, готовятся к операции. Да, я тебе могу только пиво дать. Я играл между деревьями недалеко от церкви, когда все началось, спрятался в сугробе. По дымящимся тачкам кажется, что сектантов целая толпа, но там, где прятался, от силы два человека дежурит. В кабинете пастора можно по тропинке. В кабинет пастора может пройти оттуда алтаря с бомбой рукой поднять. Почти какой в сцене из кровавой рубашки. То есть по дымящимся тачкам. То есть где-то вот здесь, вот слева надо обходить. Через кладбище. Окей. Попробуем, по крайней мере, провернуть это по-тихому. Вообще, конечно, лучше, наверное, так. Обезвреживать взрывные устройства.
Лучше видеть дальше. Так. 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 Так, так. Так. Так, так. Так. Погнали, обходим через кладбище. Всегда почему-то хочется ходить налево. Не знаю почему. Здесь есть проход. Капкан, нифига так. А что так? Как это так можно было? Любопытно. Тут можно и за могилами укрыться. В целом и в общем. Так, 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 так. Ну ладно, давайте сюда. Будем ходить большой организованной толпой. А, он может еще дальше пройти. Прикольно. Ну что, а здесь ему негде спрятаться просто. Ну, давайте за могилу. Здесь у нас как минимум двое. Но он что-то заподозрил, но у него как бы нет прямых доказательств того, что там кто-то есть. У меня есть шокер, но шокер мне не годится. У кого-нибудь есть тазер? Тазер есть у рыжего. Розенкранц может и не попасть отсюда. А с другой стороны, может и попасть. Давайте попробуем. Отлично. Да, ребят, здесь достаточно. Подгоняем ребят поближе. Времени у нас не так много на исполнение этих задумок. Roger. Будем надеяться, что все у нас получится. Конец хода. Не тем путем я пошел, наверное, который следовало бы, но ладно, попытаемся, тем не менее, как-то выбраться из сложившейся ситуации. Ну, он заметил, но... Один чуть-чуть подходит справа, я не вижу в этом ничего такого, на самом деле, страшного, ужасного. Так, могу прям подойти к этому парню и обезвредить его. У нас тут что, улики? Ну что, давайте шокер вам. Так, 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 чем баллоном? Давай баллоном. Подходи, я арестую его. Oh!
ты этого арестовывай, а дальше мы проходим. Наверное, настолько дальше, насколько это возможно. Через окно как раз туда и зайдем. Тут, конечно, спорная ситуация. Кого бы лучше послать? Я предлагаю подойти тебе сюда, дружище. Ну и его, собственно, заковать. Так. Насколько далеко я могу зайти? То есть я могу пробежаться прямо здесь, и как бы, ну, мне за это ничего не будет, правильно я понимаю? Я могу и сюда подойти в таком случае. Он же у меня с быстрым перемещением, да? Нет. Странно тогда. Тогда, может быть, меня просто кинут. А маршал мой ход уже сделал. Так. Тыц. Что ж мне с вами делать-то? Ты как далеко можешь пройти? Блин, слово совсем недалеко. Это так называется, мне кажется. Так. Если я останусь здесь на проходе, тоже ничего хорошего из этого не получится. И все, пипец, да, прикольно. Обходи, то есть, как хочешь. Отсюда, понятное дело, что никто не дострельнет при всем желании. Здесь особо и не спрячешься. В общем, ситуация не очень хорошая складывается. Может быть, у меня есть снаряжение, нет. Я знаю, что этот парень точно развернется и начнет сейчас делать всякие разные вещи. Давайте так подойду. И сделаю с ним что-то. Я бы, конечно, мог подойти, но уже с этим ничего не сделать. Может, я дострельну до этого парня? Тазером, да? Отлично. Вроде как попадаю стопроцентно. Просто красавчик. Чак Норрис, это вам не в тапки ссать, так сказать. В общем, подгоняем всех поближе тогда. Все нормально у нас выходит. Это два оглушенных. В общем, все прошло хорошо. Так. Ну, я думаю, ты подойдешь и арестуешь его. Там можно было и к тому подойти. Ну ладно. Не суть. Так у нас здесь еще полно народу, я бы сказал. Надо было справа обходить. Ну что, сейчас об этом говорить, да? Ладно, мы его сейчас арестуем. Что здесь-то больше некуда идти, насколько я понимаю. То есть у нас один проход через центральные двери.
что весьма меня как-то обескуражило даже. Я бы так сказал. Народ здесь много, а войти-то здесь особо негде. Ну, к тому, что все просматривается, их здесь действительно много. И здесь четверо. Я не смогу просто так зайти. Ну все, заканчиваем наш ход. Чтобы меня никто не заметил, я вот к чему. Здесь как-то мнимое укрытие есть. Типа мы должны незаметно проскочить, но тем не менее. Тут у нас и заложник, и все на свете. Ну это такое полуукрытие получается. Ну пока я не буду, конечно, совершать каких-то ужасно опасных действий. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Так, куда б тебя деть-то? Конечно, это... Блин, пипец какой-то, просто... Просто пипец. Но у нас здесь есть копы, которые могут, в принципе, попробовать с ними разобраться. Подойти, оглушить этого. Или подойти и оглушить этого. Но это зона второго хода, не первого. Поэтому, блин, погано. Все выходит достаточно погано. Ну давайте попробуем. Сдавайся. Get on the ground. Я не знаю, если я встану здесь, смогу ли я сделать что-то с этим парнем. Какая у меня есть снаряга у Ходжеса? Есть тайзер. Но тайзер был использован. У меня нет для него. Да ни хрена у меня для него нет больше. Это мне еще нужно как-то подобраться к этому парню. Давайте, чем, как бы говорится, не шутит судьба. Я могу только выстрелить. Но пока выстрелять я в него не буду. Может быть, когда он останется один, я в него и пульну. Не раньше этого. Пириум-пириум. У меня даже дубинки нет. Сдавайся, собака. Пес шелудивый. Roger. В смысле? Вот сейчас вообще непонятно было. Сейчас была прям подстава. Подстава, я бы сказал. Ну чё, открываем огонь, я думаю. Как бы здесь дальше уже. Надо только их валить. Больше делать нечего. Сдаваться, ну, я рисковать не буду. Я лучше открою огонь. Ну, я понимаю, что я очень встревожен, но... Как бы, надеюсь тебя застрелить всё-таки. Пипец просто. Просто пипец, как ты мог промазать-то, боже мой. Хорошо, стреляем в пузо. Как ты мог промазать?
Касабланка. Так, мне нужен человек, который обезвредит бомбу сейчас. Прямо сейчас. Так, а ты умеешь? Ты должен, ты у меня давно работаешь. Но мы понимаем, что здесь у нас преступники аж парочка. А ну, с другой стороны, не вижу как бы большой проблемы, потому что у меня есть снайпер. Давайте одного из них я прям сниму прямо сейчас. Да, нужно стоять прямо перед бомбой. Может быть. Чтобы ее обезвредить. Roger. Ну, остальное уже не важно, миссия выполнена. Арестован один из человек, убит один. Это достаточно неплохо, мне кажется. Так. Стрельба. Скорость, скрытность. Интеллект. Мне нужны опытные, умные бойцы. Фу, в целом-то неплохо все сложилось. И до конца смены мы успели осуществить захват. Все живы, здоровы, никто не пострадал, и я безгранично счастлив. Но только денег нет. Преступник пойман. Так, интеллекте вкачаем. Будешь у нас умный-умный. Под названием «Шпинатовый берсерк». Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Принять. Блин, а это дальше, чем дальше, тем интереснее. И на этом наша смена, мне кажется, заканчивается. В целом все прошло достаточно неплохо. А вот Спрингера, мне кажется, надо увольнять. Потому что, ну, он бесполезен. Он вечно пьяный. Но мне плевать, что ты потерял ко мне уважение, потому что ты гребаный алкоголик. И ты не поддаешься лечению. Я уже потратил несколько тысяч долларов, чтобы тебя вразумить. Но боюсь, что это бесполезно. Так, ну должны меня порадовать количеством... 67 всего-то. Ну как-то, блин, так мы круто прошли все. И всего 67. У меня ни одного лояльного копа здесь нет. Боже мой, а почему так? Почему их нет? Ладно, я возьму Алиев. Он, по крайней мере, сильный. И, может быть, мне удастся его как-то переубедить или воспитать на свою сторону его. Заманить. Сколько? 14. Из них же кто-то не выйдет обязательно на работу. Что же я буду с ними делать? Тогда потом. Ладно. Возьмем этих парней. О, вы еще способны поработать денек. Вот в таком составе мы начнем. Декабрь 13. Сегодня день уплаты. Знаешь, посмотрели недавно уже ребят, и, которые сходили на массаж, мне тоже захотелось попробовать. Сначала все было нормально, потом этот педик начал мять мой член. Я ему, разумеется, руку вернул так, что ему придется новую профессию искать. Не знаю, зачем вы решили превратить полицейский департамент в притон для извращенцев, но в таких условиях я работать не буду. Офигеть. И Рокман взял и просто ушел. Я так понимаю, работать он не будет. Офигеть. Офигеть, а что делать-то? Как я без Рокмана-то буду? Так, здесь мы картинки будем искать с вами. Мы с вами будем искать картинки. Пускай ищет картинки. Так, допросить парня.
Говорят, быстро бегаешь, чем ты занимался. Ты своего дилера отметил, ему надоело тебе в долг вмазывать. С таким клубом в тиме тебе не понравится, уж скажи мне все, что знаешь. Да, меня папаша на футбол отдал, когда еще толком ходить не умел. Жаль, что команда окончательно развалилась. Тренер всегда говорил, что мы бы заиграли на приличном уровне. Но сейчас у меня другая команда. Задача у меня поважнее бутса не мяча. Что такого важного вы делаете? Избиваете людей до полусмерти? Ты избил Элая за то, что он продавал наркотики? Ну не знаю, судя по Илану Оливерсону, ты его голову отбусил так, как будто это был настоящий мяч. Ноги-то помнят, ага. Давайте вот так вот. Да, этот ублюдок выбрал не тот город для своих дел. Мы в шпинатных берсерках бьемся за освобождение Шарпуза от всякой заразы. Наркотики одна из них. Шпинатный берсерк, что это за название вообще? В мультиках пересмотрели. Борьба с наркотиками — это работа полиции, а не каких-то накачанных полудурков. То есть битва только началась. Да, это было второе испытание для вступления в банду. В финальном я должен был ударить по другой заразе, но ребята справились и без меня. Он рассказал мне все, что знал. Ну и после этого его можно отправить в суд. Пускай его судят, раз от него больше нет никакой пользы. Но их еще и можно пытать. Фраю нужно денег. Так, а мне нужно продать тогда, может быть, слиток золота. И сколько лаве? И у меня 25 косарей, я просто счастлив. Здесь у нас что? Магазин алкоголя. Здесь мне нужен умный человек. Есть у меня умный человек. Фрейзер поедет. Так, здесь у нас что? Дед криками разогнал от себя людей, запрещает подходить к нему ближе, чем на 20 метров. Да я взорвусь, если ко мне хоть одна брать приблизится. Так, мне нужна скрытность. Мне кажется, этот человек... Блин, черт побери, их здесь достаточно много. 2500. Еще на 300. Я надеюсь, все получится. 561 in progress. Источник сообщил, что в город везут контрабанду сигарет на красном фургоне. Так, где переговорщики, переговорщики? Сколько тут нужно? 1800. А что так стало все дорого стоить, простите меня? Что, не хватает чуть-чуть? Дэшку не хватает, как обычно, да, самую... Самую писечку. В пятерочку мы не укладываемся. Угроза взрыва. Ах ты козел. Ложный вызов из-за тебя, ребята, съездили. Только время потратили. Пьяный мужчина угнал асфальтоукладчик, чтобы сделать перед своим трейлером аккуратный маленький дворик. Нормальный, в общем. Ты нормальный, чувак. Ну, давай мне справитесь, пожалуйста, какая. Так. 460 и... Ну вот, кстати, неплохо. Вот. Идеально. Мне не нужны твои грязные деньги, пошел в жопу. Мистер Нэш, у меня настоящая война с соседями. Неделю назад я привез из Трюбурга ящик петард. Соседи напротив начали скандалить из-за шума, на я их послал нахер, раздобыли еще петарды и начали меня бабахать. У вас нет шумовых гранат, заберу, ты охренел что ли? Я что, психопат, давать тебе обмундирование полицейское, чтобы ты устроил войну как эту. Мужчина хотел снять себе проститутку дороги, но увидел, что ее дочь тоже стоит здесь. Отец взбесился, вытащил свой ремень и хочет проучить Ну, блин, я не вижу как бы причин, чтобы он этого не делал. На самом деле, если он хочет проучить свою дочь, флаг ему в руки. Так неожиданно так, да? Взял и увидел. Так, 1375, больница. Пожилая женщина устроила скандал, когда ее не захотели пропускать к приему врачу без очереди. Мне кажется, это ложный вызов. Почему-то у меня такое ощущение. Но я двоих копов могу отправить сюда. Не хватает, блин. Западло. Ну, может, вы быстро вернетесь. Блин, большой перебор.
и недобор. Давайте так. Пьяный мужчина сидит за рулем заглобшего асфальт укладчика и беспорядочно щелкает тумблерами. Давайте прикажи ему сдаться. Че это ты не будешь этого делать, козел, бля. Мужчина не захотел сдаваться, ему все-таки удалось завести асфальт укладчика, преступник направил его прямо на патрульную машину. Слушайте, ну... асфальтоукладчик едет на таран, выстрелит преступника. Давайте, кто-нибудь у нас хорошо стреляет. Коп попал в голову, асфальтоукладчик снова заглох. Надо понимать, что такое асфальтоукладчик. Это машина, которая еле едет. Но тем не менее, ладно, он был преступником. Убил я его и убил, хрен бы с ним, дело закрыто. Патрульная машина догнала красный фургон. Водитель опущен на окно, он курит. Эй, мудил, тормози. Фургон остановился на обочине. Валерий спокойно сидит за рулем и курит. Так, так, так. Документы. Документы водитель в порядке. Допросить водителя. Водитель сломался под давлением копа и признал, что спрятал контрабанду сигарет в фургоне под запаской. Пару блоков сигарет тоже нам не помешает. Народный музей. Бабуля-экскурсовод заметила на витрине музея новый экспонат гранат времени Второй мировой. 2200 надо, нифига себе. Ну, у меня народу не хватает. Ждем, когда кто-нибудь приедет. Твою мать, да? Чуть-чуть не хватает, прям дэшечку. Ну ладно, давайте так, что ли. Гроза взрыва. Пожилой ветеран утверждает, что заменил церковь, где как раз должны были начаться свадебные церемонии. Нифига, 2700! Блин, вернитесь, пожалуйста, кто-нибудь. Мужчина с ремнем гоняется за девушкой, вызывающий наряд вокруг... вызывающим наряде вокруг темного седана. Ну, в общем, отца мы остановили. Хотя я бы не стал, по большому счету. У меня вообще-то катаракта, смертельное заболевание. А вот тут с насморком к врачу приперлись. Только место занимайте. Орет старушка. 5-16 complete. Ну, в общем, угуманили старушку. Получили еще немного лекарств. Возле гранаты, обмотанной изолентой, стоит школьник. Наконец-то в этом задрипанном музее появилось что-то крутое. Бабулик скоро тащит школьника за руку. Питер, пойдем. Тут сейчас все взорвется. Коп успешно обезвредил гранату. В музее сегодня заходил только бабулик, экскурсовод и ее внук-школьник. Обыскать школьника. Коп обыскал школьника, нашел у него в рюкзаке чеку и моток. Точно такой же изоленты, какой была обмотана граната. Пацан признал, что нашел гранату в лесу за городом и принес в музей, чтобы понять его посещаемость. Дело в том, что музей находится под угрозой закрытия, и здесь работает бабушка школьника. Он не хотел, чтобы она потеряла работу. Как это мило. Блин, быстро, ребята, обратно. Быстро, быстро, у нас нет времени. Так, мне здесь, наверное, нужен снайпер и достаточно много опытных копов. Не хватает. Не хватает, блин. Ну, придется так действовать. Что свинобой, ничего свинобой. На носу у меня ничего не готово. Шокер. Мне нужен человек с шокером. И чё.
Умный человек с шокером. Интеллект и шокер. О. Лучше кандидатур не найти. Тут что у нас? Что у нас тут? Место Нэш. Тут какая-то слабоумная белка пробралась, щиток устроил короткое замыкание. Автомойке пропал свет. Так, закрытие, понятно, убытки. Парочка смекалистых бед, разбирается в технике. Парочка смекалистых с интеллектом, ты имеешь в виду? Есть очень ценные люди с интеллектом. Интеллект. Дверь церкви приоткрыта, видно, что внутри началась свадебная церемония. Разведка снайпером. Снайпер разглядел растяжку, натянутую над порогом двери в церковь. Обезвредить растяжку. Коп удалось обезвредить растяжку. Через мгновение сугробо вырвался пожилой мужчина с зимним камуфляжным и напал на копа с боевым ножом. Я не для того вас вызывал, я хотел, чтобы полюбоваться фейерверком, а они сорвали всю операцию. Предлагаю его пристрелить. Никто не пострадал. Все живы, здоровы. Отлично. Отлив. Преступник, правда, пострадал. С пулей головы в голове особо не поживешь, да? Автомойка. Ну, в доме мы как сориентировались, что про проводника и школу вспомнили, заводские инструкции прочитали. Мистер Нордин был так доволен, что предложил нам работу с хорошим окладом. Но мы посовещались и отказались. Уже нашли свое призвание. Хотя один из нас чуть было не согласился. Но мы не скажем, кто именно. Охренеть, ему еще помогаешь? Блять, Нэш, я ковырялся в шокере, следовал чертежам, которые мистер Уолтс выдал мне. Вдруг как током ебанул, до сих пор трясет. Пойду к Анне, покажусь. Ну, может, у него таблетки какие-то есть. Да и шокер пиздой накрылся, если что. Я его на свинобойне выбросил. Охренеть, я угодил в больничку. Вот так вот помогаю вот людям. Ну, сомнительная затея была, конечно. Использовать шокер. Да не, пускай живет. Что у нас тут по расследованию? Итак, по расследованию у нас завистливый сосед есть, который бежал с курятиной. А есть у нас еще девчуля. Дочь фермера. Что может... Дверь курятник. Завистливый сосед. Черную курицу за лапы. Давайте подумаем, что это был завистливый сосед. А зачем устравливает? Чё за бред? Мидас Фалькао. Ну это глупо. С другой стороны, сосед же, он же может это же. Я ее обвиню. Хрен бы с ней. Так, что смотрим. Работа сделать уборщицы. Слишком поздно для работы. В ночной смене. Ну, вот, собственно, она сейчас здесь находится. Мы ее здесь и возьмем. На этом день заканчивается. И мы, наверное, плотим. Плотим 20 тысяч.
Так, что мы тут видим? На полу магазина обнаружена сломанная бейсбольная бита. Продавец уверяет, что ее здесь раньше не было. Так, алкоголик. В этот магазин каждый день захожу. До сыра запеченок возмущен тем, что случилось. Весь продукт перевели. И зачем? Как у них рука поднялась. Господи, вот бывают же психи на белом свете. Я одного из них, кстати, на днях повстречал. Накопил себе на приличном вискаре, стоял, рассчитывался, когда в магазин влетел какая-то огромная бобень, больше на мужика похожая, и стал толкать проповедь о ненасытном демоне алкоголе. Ей в руки надо... ей в дурку надо лечь, если ей демоны мерещатся на трезвую голову. Все бутылки в магазине были методично разбиты, кроме одной. Из-под арманьяка Этрангер. Она осталась стоять на прилавке возле кассового аппарата. Преступник не тронул наличности сказа, хотя там было больше $3000. Продавец. Это был самый обычный день, пока витрин магазина не протаранил какой-то псих. Когда тачка летела внутрь, я тут же упал на пол и не поднимался. Слышал, как хлопнула дверь, и кто-то начал громить товар. Это длилось целую вечность. Псих не успокаивался, пока не разбил все, что у нас было. А потом чувствую, что на меня что-то полилось. Я сначала подумал, что этот ублюдок ссыт на меня, но затем я учуял запах алкоголя и понял, что он просто поливает меня из бутылки. Нахрена, спрашивается? Еще этот тонкоголосый псих пытался прочесть мне какую-то лекцию о трезвости, как мерили всех вещей. Придурок, да я ведь даже 4 дня не пью. Скорее всего, это была женщина. Трезвенница или трезвенник. Скорее всего, это была женщина. Но мы расследуем это дело поподробнее, конечно. Но это будет уже в другое время происходить. Так, ну и что мы наблюдаем? Собственно, день на этом закончен. Преступник был пойман. После мы встретимся, наверное, в суде, чтобы разложить все по полочкам. Но я не знаю, там... удачно я вынес приговор или нет. Будем надеяться, что удачно. Ну, очень много было вызовов сегодня. Это был тяжелый день. И мы этот день завершаем. Всего-то 25. За такой тяжелый день. Всего-то 25. Даже купить никого не могу. Могу купить дубинку. Конечно, можно тизеров продать было. Еще немножечко. Kimmel. Так. Я думаю, вы еще на меня... ты работать не будешь, конечно. Как я мог подобное себе в голову вообще предположить. Так. 18 копов, пускай будет 19. По-любому кто-то не выйдет на работу. День завершается, начинается день 14, и мы продолжим в следующей части. Всем удачи и пока-пока.